Друзья, всем привет! Ну что, на дворе у нас сегодня 23 апреля 2023 года. Вот хочу вам показать всходы зимнего чесночка. Вот чеснок сеялся в октябре месяце. В этом году у нас попал немножко под разлив. Вот частично был, ну, как бы так сказать, вымыло. Но большая часть, вот даже в ручье видно, что осталось. Попал в прошлом году этот чесночок я у, ну, продавали в городе Долматово у нас. Я приобрел, не помню, по-моему, 5 килограмм брал я. Вот рассеял его в октябре месяце. И вот, вот такие вот всходы. Я не знаю, что за сорт, ребята, но очень хорошие всходы. Вот здесь вот они над пригорком, под пригорком, вернее, давно взошли. То есть здесь все равно не так сильно ветра дует, и поэтому видно по чесноку, что в первых ближе к сюда, вот к окраине, то есть он уже большой, там уже по 3-4 листа он выпустил. Вот, вот здесь вот, кстати, в первом рядке посажена однозубка, но пока всходов нету от слова совсем, не знаю. Но сажал я сюда однозубку, тут сколько-то ее, почему-то она не всходит. Значит, вот здесь вот в середине немножко видно выпад чеснока, но не он либо зашел не весь, либо чего, как бы дальше там снова нормально. Вот здесь вот за колышком посажен наш чеснок, то есть сорт, который был у меня. Но, скажем так, это было сделано с точки зрения, как бы, ради эксперимента. То есть это была сделана выборка чеснока, который... Ну, после первичной обработки ушел в брак, как бы. И я решил его посадить чисто вот ради эксперимента, посмотреть, что он даст, какие всходы. Ну, как мы видим, выпад очень большой. То есть там вообще практически он не взошел. И вот здесь вот было посеяно два рядка еще воздушной бульбочки. Фракция, ну, наверное, там 0,4 вот и ниже. То есть тоже ради эксперимента впервые ее сажал. Как бы хочу посмотреть, что из нее получится. Вот. Ну вот этот чеснок прям меня радует. Не знаю, как он по вкусовым качествам, но по схожести и по тому, как он, ну, развивается, мне пока он нравится. Если я сейчас год этот посмотрим, как вот по вкусовым, может, я его оставлю и буду его на следующий год рассевать. Потому что свой сорт у нас почему-то начал болеть. То есть сохранность его зимняя очень плохая. Ну, как бы до февраля он доживает, а уже там где-то с начала февраля уже так себе. Основная плантация пока в таком состоянии. То есть здесь видно, вот только в конце на солнце снимаю. Сейчас с этой стороны зайду. Значит, здесь у нас посеян чеснок чуть раньше, ну, буквально там на одну неделю. Вот всходы. Так вот, ручная, ручной посев. Здесь широкие междурядья. Тут явно не 40 сантиметров. Вот здесь, здесь вот, вот эти вот первые рядки идут по 40. То есть всходы, видите, тоже появились только здесь, в низине. Потому что здесь забор, как бы нет открытых участков ветров. И появились сходы. Здесь вот сходов нету, потому что здесь, скорее всего, снег стоял позднее. Вот, а там на горочке прям вот они зашли. Ну, здесь у нас сколько? Наверное, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 рядков. Вот, наверное, 13. И здесь остальное воздушная бульба посажена. Ну, как бы вот здесь вот, вот этот широкий рядок, вот этот широкий рядок. Ну, все как бы они вот здесь сажали под окучник обычным мотоблоком легким. Вот, почему-то, несмотря на то, что сажали его очень глубоко, то есть как бы сантиметров 7-10 глубины,
Но по факту он у нас, большая часть его получилась на поверхности. Не знаю, с чем это связано. Как так получилось, что его, ну, буквально выдавило оттуда. Но выпада так-то нету. Здесь я смотрю по сравнению с прошлым годом. То есть чеснок перезимовал хорошо. Вот я вижу, что буквально он весь выскочил. Вот сейчас вот следующую неделю у нас обещают теплую погоду. То есть там порядка 20-25 градусов дневные температуры. А у нас до этого прошли дожди. То есть вчера и целый день просто шел дождь. Сегодня ночью он шел. И с утра дождь шел. Вот сейчас выглянуло солнышко, как бы распогодилось. И погодка, видно, что на улице тепло. Уже у нас, сколько, наверное, ночи 3 стоят плюсовые температуры ночные. То есть это говорит о том, что постепенно, то есть начинает, весна пришла, то есть вегетационный период растений начинает, то есть свое берет свое начало. То есть они, вот видно по чесноку, как бы это происходит. Пока видите, вот участки голые, то есть даже нет пока сорной растительности. Вот. На этой неделе хотел на выходных засеять вот это вот поле горчицей перед посадкой картофеля, но, к сожалению, дождь не дал. То есть дожди прошли сильные, сейчас на поле не залезешь, ну, дня два точно. То есть вот завтра, уже послезавтра, возможно, можно будет сажать горчицу. Но там, видите, пока даже баранование в этом году не производилось, потому что, ну, вот сыро. Но вот здесь, если посмотреть на этом участке, вот на дороге трава пырей пошел, и как бы надо бы заниматься, но вот. А здесь вот я в те выходные, Пасха как раз когда была, я просто сеялку настраивал, вот так вот 2 раза прошел туда-обратно. Но это как бы граница у меня. То есть я буду сеять вот на том участке. В этом году это останется под пар. Здесь на следующий год будет высажен. Ну, не на следующий, а на нынешнюю осенью чеснок. И вот поле Вика овес был в том году у нас здесь. Потом второй укос, сорная растительность. Я начал его фрезеровать уже в сентябре месяце, в начале. И практически до снега, до самого, я фрезеровал его каждый выходной. И все равно вот осталось только много сорной растительности. К сожалению, за зиму она не перепрела. Ну, по-хорошему, конечно, сейчас надо ее барановать, растаскивать. И потом уже фрезеровать. Затем, наверное, снова барановать и потом только сеять. Но в этом году будет сеяться очень плохо она. Сеялка будет забиваться. Это 100%. Вот предстоит нам это сделать уже все, конечно, в мае. В апреле, к сожалению, в этом году, несмотря на раннюю весну, особо сельхозработами, такими огородными, позаниматься не удалось. Вот так что как-то так. Ну, в любом случае, я думаю, мы наверстаем упущенное, если нам погода даст только. Как только будет зеленый цвет нам дан, мы пройдем. В этом году планирую попозже посеять картофель. Так обычно мы сеем, сажаем его в начале второй декады мая. То есть числа 10-13, вот в эти промежуток. В этом году хочу посеять его попозже, после 20-го. Но опять же, если будет влага и не будет засухи, если будут предпосылки засухи, придется сажать раньше. А я хочу так посадить сначала горчицу, чтобы она недельки две бы поросла, дала всходы бы, и потом ее зафрезеровать. Ну ладно, это так уже. Такие вот дела. Не знаю, почему однозубка у нас не всходит. Даже пока ни одной нету. Да, кстати, в этом году весь чеснок обрабатывал максимум перед посадкой.
Ну, вот видите, вот выпад, да? Вот здесь вот нету. Ну, вот тоже, видимо. Но его почему-то здесь вообще нету. Самой чесноковки. Не знаю почему. Потом вот тоже выпад. Тоже нету. То есть в чем причина? Непонятно. Видите? Вот оно. Нет, нету. Угу, вот. Один сходит. Вот видите, глубина заделки. Все, он только-только еще проклевываться начинает. По логике вещей тут должен быть еще где-то один. Его нету. Вот видите. Как бы непонятно, вот почему-то в одном месте. Вот видите, он замерз. Скорее всего. Вот видите. Вот. То есть вот такие вот дела. Вот такой чеснок желательно сразу убирать с участка. Но вот здесь я думал, он его заглушит. О, вода частично, конечно, вымыла вот здесь вот в этом вот, но тем не менее. Я думаю, через недельку уже будут видны все всходы и будет понятно, что у нас в этом году выросло, что взошло. Весна была, ну, такая достаточно активная, а зима у нас была в этом году теплая. Ладно, ребята, на этом всем пока. До новых встреч. Увидимся на моем канале. Всем удачи, до скорой встречи.